Авария в Босфорском проливе в Турции. Мальтийский танкер, который следовал из Египта в Украину, протаранил историческую виллу. Произошло это накануне, однако видео появилось только сегодня. При прохождении канала экипаж потерял управление, и огромное судно на полной скорости врезалось в постройку 18 века. Никто не пострадал, но особняку стоимостью 85 миллионов долларов нанесен серьезный ущерб. По предварительным данным, причина аварии – неисправность рулевого оборудования.